Сегодня же в Минске говорили на тему экономии будущего. Как сообщили специалисты Министерства энергетики, после запуска атомной электростанции электричество в Беларуси подешевеет. В ведомстве предварительно уже просчитывают тарифы для населения и продумывают, как заинтересовать людей использовать электроэнергию в больших объемах. Ведь с вводом станции у нас ее будет переизбыток. Работы на Островецкой площадке идут по графику. До конца года еще должен состояться очередной раунд переговоров с нашими соседями Литвой по запуску объекта. В настоящее время обсуждаются перспективы дальнейшего двустороннего диалога с Литовской Республикой. В ближайшее время мы намерены инициировать перед нашими соседями вопрос о том, чтобы этот третий раунд состоялся до конца 2017 года. Напомню, первый энергоблок Белорусской АЭС заработает в 2019 году, второй годом позже.